четверг многодетные семьи стали участниками приема, который в честь 71-го дня рождения Кохлоярви устроили председатель городского собрания Инна Иванова и мэр Людмила Янченко. Прием прошел в галерее «Белый зал» Кохлоярвского музея Сланца. Рабочий день, поэтому не все семьи пришли в полном составе. В гордом одиночестве Анна Юлия Оя приняла благодарственное письмо и памятный подарок из рук руководителей города. Не смогла быть на торжестве и вся семья Сергея и Натальи Беспаловых. Старшие дети уже живут своими семьями. Пришли поддержать родителей в торжественный момент младшие дети – Дима, Анжелика и Ангелина. Всего в семье Беспаловых 5 детей, 2,5 года внуку. Сергей работает монтажником металлоконструкции на шахте «Эстония». Мама – продавец в магазине. Родители говорят, что их основная цель – дать хорошее образование детям. Главным секретом воспитания считают терпение, способность понять своих детей. Инна Гусева работает преподавателем в Юрмальском колледже ТТУ. Детям 6, 9, 18, 19 лет и 24 года. Папа Сергей – горный инженер. Инна считает главным, чтобы дети выросли достойными людьми, а профессию они выберут сами. Старшая дочь нацелилась в науку, заканчивает магистратуру по специальности биомедицинская инженерия. Супруги Людмила и Игорь Паненко оба медики и, естественно, считают самым главным, чтобы дети были здоровы и обязательно получили хорошее образование. На торжество пригласили самого главного человека в семье – бабушку. Руководители города вручили многодетным семьям благодарственные письма, подарки, поздравили с днем рождения города. От того, как мы сумеем их воспитать, сколько мы сможем вложить в них, зависит будущее города. Ведь самое ценное в городе – это люди. И мне кажется, у нас настолько творческая и талантливая молодежь, и у нас такие блестящие возможности для развития им. Кроме основных школ, где они занимаются гимназией, есть художественные школы, есть дом творчества школьника, есть очень много различных кружков в наших домах, культуры и клубах, где дети танцуют и поют. У нас такие замечательные, талантливые дети и замечательные родители, которые приводят своих детей уже с маленького возраста в спортивные клубы и в школы по интересам. Поэтому я не сомневаюсь, что будущее нашего города в надежных руках. Пока в нашем городе есть многодетные семьи, счастливые семьи, нашему городу жить. Мы в социальной комиссии рассматривали этот вопрос совсем недавно, и представлено было 4 семьи, многодетные семьи. Все очень замечательные люди, талантливые, и выбрали победителем семьей года семью Паненко. Я очень рада, что состоялся именно такой выбор, так как мама и папа занимаются очень важным делом. Они врачи, и при такой серьезной профессии удалось, можно сказать, создать такую большую, счастливую семью, воспитать таких замечательных детей. И я хочу поздравить всех наших жителей и пожелать всем нашим жителям счастья. И, конечно же, было бы здорово, если бы в нашем городе таких семей было бы больше.